трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД собирается внедрить в стране единые правила проезда перекрестков с круговым движением. Приоритет там будут иметь автомобили, уже находящиеся на круге. Якобы где-то преимуществом обладают машины, въезжающие на перекресток. Цель – увеличить пропускную способность таких элементов дороги. Федерации автовладельцев России идея полицейских не понравилась. По словам представителя организации, это равнозначно тому, чтобы объявить пешехода главным на переходе. Трасса 101. Число автомобилей в России впервые превысило отметку в 50 миллионов штук. Почти 85% отечественного автопарка, сообщает агентство «Автостат», — легковушки. На втором месте по численности 8% — легкий коммерческий транспорт. На третьем — 7,5% — грузовики. Больше всего транспортных средств зарегистрировано в Москве и Московской области. Трасса 101. Страховые компании снова напомнили о больших убытках, которые приносит им автогражданка. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя сумма выплаты по ОСАГО за 7 месяцев этого года выросла на 22%, почти до 80 тысяч рублей, а средняя премия уменьшилась на 3%, до 6 с небольшим тысяч. Ранее эксперты говорили о вынужденном повышении базовых тарифов обязательной автостраховки, что может произойти к концу следующего года. Трасса 101. В начале 2018-го в Нижнем Новгороде начнется выпуск кроссовера «Шкода Кодиак». Базовая версия машины будет стоить около 1,5 миллиона рублей. Сейчас за «Кодиак» зарубежные сборки просят минимум 1 миллион 999 тысяч. Авто изначально оснащено бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 150 лошадей. В списке опций – обогрев лобового стекла, подогрев руля, система бесключевого доступа, защита дверной кромки и так далее. Белорусы презентовали свой первый электромобиль. За его основу был взят седан Geely SC7. Недалеко от Минска работает белорусско-китайское автопредприятие «Белджи». Машину оснастили электрическим двигателем мощностью около 80 лошадиных сил. Максимальная скорость – 110 км в час. Время зарядки от обычной розетки – 6 часов. Руководство республики ставит перед производителем задачу массового выпуска электрокара. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.